Вот меня спрашивают все время, вы за мощное государство или нет? Я говорю, нет. Потому что я себе в идеале представляю государство как большую жилищную контору, которой я плачу налоги, которая обеспечивает меня рабочим местом и не вмешивается, а защищает меня и не вмешивается в мою личную жизнь. Когда я это говорю, все обижаются. Как вы можете какую-то жилищную контору, когда нужно сильную, мощную Россию с ядерными боеголовками, чтобы вот такая вот... Я не могу с этим согласиться. Это мечта, это холопская мечта. Это холопская мечта. А знаете, кто-то очень правильно сказал, что холоп не мечтает о свободе. Холоп мечтает иметь своих холопов. Гнеич об этом пьесу написал. Так она и называется «Холопы». Там все холопы, от слуги до барыни. А может быть, холопство это нормально для России? Не думаю. Не думаю, но это впиталось. Об этом надо говорить. Вас раздражает холопство? Очень.